Всем привет! Сегодня пятый день детокс-йога-марафона, где мы продолжаем знакомиться с гимнастикой йогов и с новыми рецептами смуси, которые, я надеюсь, вам нравятся. Сегодня вам понадобится большое полотенце, из которого нужно сделать небольшой валик. Вот так мы его скрутим. Ну, кому-то понадобится, кому-то, может быть, и не понадобится. Сегодня узнаем. Итак, поднимаемся и ставим ноги чуть-чуть шире плеч, стопы слегка разводим в разные стороны. Напоминаю, что дыхательные упражнения вы делаете до того, как позавтракаете. Все остальные упражнения вы можете делать либо каждое по отдельности, либо можете повторять изо дня в день, как складывать один небольшой пазл, первый день, второй, третий, и уже выходить в такую небольшую тренировочку. Если же у вас нет времени, значит, делаем только упражнения сегодняшнего дня. Готовы? Поехали. Итак, раскрыли стопы, согнули колени, присели и опустили ладошки перед собой. Вдох, опустили таз вниз, как можно ниже, и выдох. Вдох, приподняли таз. И выдох, опустили таз как можно ниже и раскрываем колени в разные стороны, начиная от бедер. И еще раз вдох, приподняли таз и выдох, опустили. И сегодня у нас очень классная поза для нашего кишечника. Называется она поза гирлянды. Итак, если у вас вот здесь начинают стопы отрываться от пола, точнее не стопы, а пятки, вот здесь нам и поможет валик. Вы этот валик подкладываете себе под пятки, так, чтобы вам было удобно и комфортно сидеть. Я к вам сяду боком, чтобы было лучше видно, как работает спина. Вот вы присели, если отрываются пятки, значит опустили пятки на полотенце. Теперь спина вытягивается вверх, макушку вытягиваем вверх, ладони через стороны поднимаем, соединяя между собой, опускаем вниз и локтями упираемся в колени. Теперь локтями стараемся раскрыть бедра в разные стороны, руки сильно здесь держим, напрягаем, плечи отводим назад и вниз и макушку вытягиваем вверх в потолок. Вот такая позиция. Спина абсолютно прямая, никаких горбов. Вытягиваемся. И здесь дышим животом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз вдох. Сильно локтями расталкиваем ноги в разные стороны. И выдох. Молодцы. Вдох, расслабили руки, опустили их перед собой и вытягиваем валик из-под пяток. Если же у вас пятки вот так спокойно достают до пола, вы можете спокойно сидеть на корточках, значит, эта позиция будет выглядеть вот так. Все то же самое, только без валика под пятками. Хорошо, садимся. Выпрямляем левую ногу, носок натягиваем на себя. Согнули правую ногу и стопу поставили за левое колено. Если тяжело, значит стопу поставили вот так вот рядышком с левым коленом. Выпрямили корпус, живот тянем к правому бедру. И вот здесь обняли себя за правое колено и отвели правую руку назад. Сделали вдох. На вдохе вот эту вот спину круглую вытянули вверх. Животом тянемся к правому бедру. Это вдох. А на выдохе попытались скрутиться в правую сторону. Не сильно, очень мягко и очень аккуратно. Итак, проверяем. Макушка тянется вверх. Позвоночник сначала вытянут вверх, потом скручен в правую сторону. Левой рукой тянем правое бедро к себе. Животом тянемся к правому бедру. Левая нога плотно прижата к полу. Носочек тянем на себя. Колено подтянуто. Здесь дышим. Вдох. Выдох. Вдох. На вдохе еще вверх вытянулись. И на выдохе чуть-чуть скрутились. На вдохе еще раз вверх больше.
И на выдохе скрутились. Молодцы. Вдох. Мягко и аккуратно выходим. Выдох. Опустили перед собой обе ноги. Колени согнуты, носки на себя. Вдох. Вытянулись вверх. И выдох. Опускаем живот на бедра. Выдох. Вытягиваем спину. Здесь самое главное – не дотянуться руками до стоп и не выпрямить колени. Самое главное здесь, как и везде, сначала вытянуть крестец, поясницу, положить живот на бедра. Вот дотянулись руки до стоп – хорошо. Не дотянулись – значит, вот они на голенях лежат. Вытягиваем корпус, вытягиваем спину, макушку тянем вверх. Здесь дышим – вдох, выдох. Вот здесь почувствовали, что комфортно, вы можете дальше чуть-чуть колени выпрямить. Потихоньку, очень аккуратно выпрямляйте, но при этом не изменяя положение в спине. Постоянно вытягиваем живот в сторону бедер. Вдох, почками толкаем живот к бедрам. Выдох, начинаю вот отсюда. Вдох и выдох. Молодцы, вдох, расслабились. Выдох, выпрямили правую ногу, прижали плотно к полу и опустили левую стопу либо за колено, если вам удобно, если неудобно, значит рядом с правым коленом. Опустили. Правой рукой обняли левое колено, левой рукой опираемся позади себя в пол, вытянули спину вверх, вытянули, сделали вдох. И только с вытянутой спиной, это очень важное условие, скручиваемся в левую сторону и тянем живот к правому бедру. Правый носочек на себя, правое колено подтянуто, макушку тянем вверх, здесь дышим – вдох, выдох. Вдох, скрутились, выдох. Очень мягко и очень аккуратно. Еще раз. Вдох. Продолжаем правой рукой подтягивать к себе левое колено. Выдох. Молодцы, теперь мягко выходим. Вдох, вышли, выдох. Ножки перед собой согнули в коленях. Вдох, руки через стороны вверх. Вытянулись и выдох. Уложили живот на бедра, взялись руками за ноги. Выдох. Хорошо, вытянули спину еще больше, руками себе помогаем. Плечи отводим назад и вниз от ушей. Здесь дышим, вдох, дышим животом, выдох. Почувствовали, что есть у вас потенциал чуть-чуть выпрямить колени? Значит, выпрямляем. Вдох, выдох. Вытяжение от крестца. Вдох, выдох. И еще раз вдох. Выдох. Отпустили руки, пустили ноги, вдох и выдох. Хорошо. Опускаем ладони назад и подтягиваем к себе обе колени, оба колена, раскрываем их, стопы перед собой. Сяду к вам вот так, чтобы было лучше видно. Вот так. Если колени у вас остаются в воздухе, это не важно. Нам самое главное проработать тазобедренный сустав, а не опустить колени в пол. Толкаемся руками и подтягиваем таз ближе к пяткам. Беремся руками за стопы. Здесь выпрямляем спину, вытягиваем макушку, делаем вдох, поднимаем колени вверх еще больше. И на выдохе тянем колени в разные стороны, начиная от бедер раскрывать их. То есть колени тянутся не за счет колен вниз, а за счет того, что вы раскрываете тазобедренные суставы. Вдох. И начиная от тазобедренных суставов, раскрываем ноги, выдох. Вот насколько тело позволяет, настолько и раскрываем. Вдох. Только не просите никого вас тянуть или давить вам на колени. Выдох. Раскрываем. Еще раз. Вдох. Вверх. Мягко и аккуратно. И выдох. Вот нашли свой максимум, зафиксировались на нем. Если началась мелкая трясучка, замечательно. Пусть трясет. Здесь три раза дышим. Вдох. Спину ровно держим. Выдох. Выдох.
Вдох. Выдох. Улыбаемся, иначе поза не работает. Вдох. Еще чуть-чуть от тазобедренных суставов. И выдох. Раскрыли как можно, вот, как можно больше. И вдох. Соединяем колени. Выдох. Молодцы. На сегодня упражнение закончилось. Увидимся с вами завтра.